Ребят, как вы думаете, где я? Ну, давайте, поразмышляйте. Ну ладно, вы сами все знаете, конечно же, я рядом с ареной. И снова всем привет, снова с вами я, Дезертир, и снова мы готовы сражаться. Наш хороший друг, который просто замечательно орудует... Так. А я так предположу, что мне нужно как-то... А, все, я понял. Чувачел, иди сюда. У меня есть для тебя сюрприз. Сюда. Мой хороший мальчик. А, не так! Черт! Первая же миссия, и она фейловая. Как же я могу так сильно фейлиться? Ладно. Давайте еще раз. Просто на самом деле сверху там не всегда понятно, где конкретно нужно располагаться. Давайте, в принципе, попробуем до него допрыгнуть. Время-то мы все равно особо не потеряем. Да, в принципе, допрыгнуть здесь можно. Главное сделать это пошустрее. Типа так. Упс. Вроде избежал столкновения. Знаете, почему-то мне кажется, что ничего хорошего в этом нету. Так. Второй раз. Интересно, зачем все-таки там эти маленькие... Ай, ай-яй. Нет-нет-нет. А, ты по мне типа попал, и ты типа меня не трогаешь больше, да? Ау. Вообще-то это больно, друг мой. Ты знаешь, что такое боль? Вот я теперь знаю, благодаря твоему молоту, что такое боль. Я вообще где сейчас был? Ладно, третий раз. К сожалению, с этой осью немножко непонятно, куда мне вообще попадать и так далее. Поэтому, ну, блин, это реально печально. Поэтому я так промахивался сейчас. Ладненько. На. В своей дубинке ты не так крут, как всегда. Добивание. Собственно, вы поняли, о чем я. Но все же я так и не понял, зачем здесь нужны вот эти колья. Кстати, война, в принципе, мог бы туда спокойно провалиться. Такие дела. Ну да ладно. Не будем на этом зацикливаться, так сказать. Итак. Минус 7 двери. Ну а чем еще войне заниматься, правильно? Только делать, что уничтожать все двери. Так, теперь сюда. Чё-то не то. Чё-то не то. О! Вот теперь то, что надо.
А, я понял теперь почему. Все, я понял. Короче говоря, это просто работает как переброс луча. Я-то думал, что луч как бы, ну... Типа продолжает светить из портала и так далее. Ну, короче, ладно, не парьтесь. Ну, как красиво у нас поднимается плечо. А точнее, с плеча наша накидка. Так, вот теперь здесь появилось что-то более страшное. И это более страшное придется сейчас делать... с этим делом работать. Ладненько. Так. Теперь мне нужно сообразить, как же заставить это дело работать. Ну, по крайней мере, в нужном порядке. Ага. Я думал, это будет сложнее. Но нет, это оказалось довольно... довольно просто. А вот дальше, чувствую, будет небольшие неприятности. Ибо разработчики этой игры вполне себе любят меня нагибать. Но мы же не сдаемся, правильно? Отлично. Теперь чем? Мы опять должны это сделать. И опять должны прыгнуть. Я надеюсь, здесь никого не будет. И слава, в общем, чему-нибудь, что здесь никого нет. Но вот здесь будет, да? Агасики! Тут можно пролететь, смотрите-ка. Ну, активировать, я думаю, нам ее пока рановато. А вот полетать здесь не помешает. Заодно раскроем какую-нибудь интересную вещь, типа вот этой. Так, давайте мы поставим сюда. И, например, сюда. Оп, пролетели. Зашибенски. Так, сбоку здесь ничего нет. Здесь есть только опыт. Сюда мы, я думаю, еще попадем, если хотим заработать. Там, по-моему, крест лежит. Бамс! Артефакт чемпиона. Этот талисман относится к наиболее ценным артефактам легиона. 6 таких талисманов принадлежали воеводам, командующим войсками ада. Вульгрим будет рад получить его. Вот такие вот дела. Такие вот дела. Я думаю, что мне надо как-то перенаправить лучи, скорее всего. Для этого мне нужно попасть вот туда. Видимо. И второй луч должен находиться где-то... Где-то, кстати, где? Я как-то немножко пока что... прострадзе, где он должен находиться, честно говоря. Ничего сложного. А, вот он где должен находиться. Все ясненько. Так, ну чтобы открыть вот эту штуку, нам нужно сделать очень простое действие. Это просто взять вот эту и, соответственно, запомнить две вот этих цели. Агасики. А еще, помимо прочего, нужно отправить ее по свояси. В итоге у нас, по идее, должно получиться. Но почему-то у нас не получается. А, так, что делает вот эта фигня? Агась. Она просто поворачивает.
То есть мне нужно было поставить вот сюда. Чёрт. Вон оно, как говорится, чё. Так, хорошо. Ай. Вот физически хрен сделаешь. Да устебётесь. И как мне это провернуть? Ну, я даже не знаю. Возможно, попробую сверху, конечно. Охрененно я сверху попробовал. Так. Что у нас дальше-то? Здесь, с этой стороны. Вот ты паразитка, а! Так, пока это поворачивается, мы берем и делаем вот это. Ну да, суть я понял, только я не успел, правда, из-за того, что скосячил в самом начале. Передалось? Отлично. И она ползает наверх. А вы ничего, ребят, не забыли, не? Меня, например, отсюда выпустить. Сволочи. Сейчас опять же предстоит драка, да? Или меня спокойно довезут на этот раз? Видимо, довезут спокойно. Но опять-таки, видимо, последнее подключение головы ничем хорошим не закончится. Ибо, конечно, одна голова хорошо, две еще лучше, но вот три это уже перебор, как говорил один хороший человек. Поэтому думаю, что ничем хорошим для нас это реально не закончится, и, скорее всего, сейчас будет что-то очень обидное. Ну, не знаю. Посмотрим. Вскоре мы это в любом случае должны будем увидеть. Ну а пока что, играя за войну, мы приближаемся к следующему чекпоинту. А гасики. Стой! Не то. Знаете, как неприятно, когда вы жмакаете не на то. Это же так обидно. Так, ну. Ну. Отлично. Теперь можно пойти и поискать, какой нам конкретно нужен. Ой. Бамс! И последний череп активирован. Thank you.
Похоже, больше ты нам не можешь быть полезен, Азраил. Как ты собираешься выбраться из башни, когда покончишь со Страгой? Страга и башни едины. Даже если ты сумеешь одолеть его, то без меня окажешься в ловушке. Он нужен нам. Молись, чтобы всадник не вернулся живым. Он, как всегда, такой добрый. В общем-то, нам открыли лестницу. Такие вот дела. И, собственно, смерть в заточении. Ладно. Пойдем найдем что-нибудь полезненькое. Надеюсь, это что-то полезненькое снизу, а не сверху. Да, это хилочком. Но хилиться мы, наверное, не будем. У нас, в принципе, полное хп почти. Тем более, это все равно всего от Страга. Почему мне кажется, что мне жопа? Нет, ну вот серьезно, почему мне кажется, что мне жопа? Такая нагнетающая музыка. Лифт, который опускает нас во тьму. Ничего хорошего не предвещаю. Ага. Новая дверь с черепом. Это уже выглядит плохо. А строящийся под ногами мост выглядит еще хуже. Ладно, ускорим нашу смерть. Хозяин неразборчив. Страга с радостью убьет тебя снова. Не хотел бы я встретиться с Страгой в реальной жизни. Страга убьет тебя снова. Я, конечно, мог предположить, что он будет кидаться своим молотом, но чтобы вот прям вот так вот. Так, походу я понял, что надо сделать. Это вот так. Нет, не так, видимо. Фак. Страга убьет тебя снова. Черт. Надо было более шустро это делать. Да-да-да, над Страги буду бегать. На, получай малость по башке. По башечке, по башечке. На-на-на. Так, по-моему, Страга малость злой. Я не знаю, правда, за чего он на меня разозлился. Может, за то, что я ему глаз выколол. А может, просто так. Хрен его пойми. Это ж Страга. Кто его разберет? Но мы не будем на него злиться. Мы ж война, мы понимаем. Читерство. Начать... Бить противника, чтобы тебя не ударил Страга. Так. Чё ты тут ручкой трясёшь? Упс. Блин, всё равно попал. Да хорош. Страга убьёт тебя снова.
Надеюсь, что нет, иначе мне будет обидно. Ну что, тебе зубки не мешают? Нет, сейчас помешают. Шел вон отсюда. Так, знаете что, ребят? Ну нафиг. С ангелами я так драться не буду. Их проще перебить в этой форме. Ауч. Смерть от страха. Нет, я не буду больше бегать от тебя, страга. Получай, тварь. Надеюсь, это последний раз. А то у меня здоровья на тебя не хватит. Говорил, Страга с башни едины. Посмотрим, насколько полезен я могу быть.